К 12 часам активность севастопольских избирателей на президентских выборах Российской Федерации составляет 35,1%. Это 116 328 горожан. Соответствующую информацию озвучил председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Александр Петухов. Среди районов города самым активным на данный момент является Балаклавский. Свой голос за одного из кандидатов отдали 37,8% горожан. Ленинский район уступил первенство и теперь занимает вторую позицию с показателем в 37%. Вслед за ним идет Нахимовский район. В этом районе на избирательные участки пришли 34% жителей. Меньшую инициативу проявляют жители Гагаринского района. Там показатели остановились на уровне 33,5%. Для сравнения с теми выборами, которые проходили ранее, возьмем выбор депутатов Государственной Думы в 2016 году. На это время активность избирателей в целом по городу составляла 20,2. По губернатору на этот момент по городу было 15,1. Мы можем констатировать, что активность избирателей существенно выше на отчетное время, чем это было на ранее проходивших выборах. Александр Петухов также отметил, что на горячие линии поступают сообщения о нарушениях на избирательных участках, но они касаются не нарушений избирательных прав, а имеют технологический характер. Некоторые избиратели, к сожалению, все-таки не находят себя в списках избирателей, но по ним принимается дополнительное решение, при наличии на то оснований избиратель включается в список избирателей. В некоторых случаях в добавлении в список избирателей могут отказать. Обычно такое происходит, когда человек не проживает в Севастополе и приходит на участок не по месту жительства.